Всем привет! Вот думал обойтись без съемки, спокойно покормить, но тут, оказывается, есть взбесившаяся дочь Томаса. Видите, какой кошмар? Она на кошек нападает. По-моему, ее вампир укусил. Давай, кушай. Кошки боятся. Кушай, прыгай. Маруся. Аделя. Томас, а чем мы ждем? Томас, ты больше всех боишься свою дочь, да? Давай кушать. Да. Ну, я, конечно, пропустил другую сцену. Ну, хоть так. Томас? Что ты боишься дочь свою, да? Очень сильно боится свою дочь. Так, нужно водички поставить. Паузу делаю. Я думал, это Томас. А это... Да, это Томас. И что такая реакция странная у тебя, а? Томас, на свою дочь. Ну что тебе? Сказала, какая жизнь прекрасная. Тебе здесь насыпать? А? Идем. Иди сюда. Идем. Там дочери нету, она ушла. Идем. О-о-о, трагедия кошачья. Дочь взбесилась. Сейчас. Сейчас я паузу сделаю. Все, бай-бай, девочки. Томас, бай-бай. Красивый парк. А вот здесь вот дочь. Либо она здесь живет, либо здесь кошки. Вот в этой норе. О-о-о. Агрессия, конечно, стопроцентная была. Ладно. Все, бай-бай. С таким классным солнцем. Просто огромным. Ладно. Всем бай-бай.